Военное положение накрыло и всеми любимую Одессу. О том, как там сейчас, Андрей Коновалов. Одесса – город, стремительно выросший всего 200 с небольшим лет назад на пустынном берегу Черноморской бухты. Магнит для авантюристов, предприимчивых и трудолюбивых людей. Плавильный котел наций. Здесь вам предложат множество тематических экскурсий. Литературная Одесса, криминальная, еврейская, одесские дворики. Об истории своего города одесситы рассказывают с гордостью, а о современности иногда с горечью. Здесь, в Одессе, Николай Васильевич жил в доме своего дальнего родственника, генерала Трощинского. Ну и приготовьтесь увидеть величайший позор Одессы. С удовольствием бы не показывала, да делать нечего. Именно здесь, по одной из версий, Гоголь сжег второй том романа «Мертвые души». Памятник архитектуры и истории стремительно разрушается. Уже частично обрушилась кровля. К Дому профсоюзов экскурсии не водят. Незаживающая рана на теле и душе города. После столкновения сторонников Майдана и антимайдана 2 мая 2014 года здесь погибли 42 человека. Официального мемориала нет, но горожане делают все сами. Конечно, это боль, которая никогда не пройдет. Многие дети ж по 16-17 лет погибли. Вот. И у нас знакомый тоже погиб. А другая — двойной перелом ноги. Но, в общем, конечно, говорят, это больно. Если в Киеве русский почти невозможно встретить на рекламах или в меню ресторанов, то в Одессе русский язык есть повсюду. От рекламы и частных объявлений до витрин магазинов и базарных ценников. Благодарны незабвенным его трудам жители всех сословий сего города. Если что-то и остается в Одессе неизменным, так это любовь одесситов к одному из отцов-основателей города, герцогу де Ришелье, или, как его называют в народе, дюку. Одесса, открытая всему миру, всегда государство в государстве, не лучшие времена переживает стоически. Чуть меньше шутит, но больше работает. Подлинные носители духа Одессы до сих пор живут на Молдаванке. Встречаем сантехника Сергея. Он на Молдаванке прожил всю жизнь. Настоящий одессит, всегда сохраняющий оптимизм и жизнелюбие. Идемте со мной, если вы в сторону привоза будете идти. Вот идемте просто, пройдемся вот. Просто пройдемся. Вон будочка открыта, мойка открыта. Елочки стоят, торгуют уже. Пожалуйста. У людей нет денег, но все-таки немножко находят. Ну, по чуть-чуть. Привоз. Наверное, самый известный рынок во всей бывшей Российской империи. Трудно, но держится. Раки в изобилии. Есть по 6 гривен за штуку, но маленькие, а есть и по 20, но большие. Бросается в глаза надпись на ценнике – «Пиранья». Конечно, это не пиранья, но надо брать. А также одесский деликатес – рыбу фиш, вяленого бычка, ну и еще по мелочи. Так сколько вам бычка? Ну, давайте штучки 4. А что так мало? Рыночные торговцы – лучший источник сведений о благосостоянии населения. В сравнении с предыдущими годами стало получше, да, надеюсь? Получше с предыдущими годами? Да. Похуже. У людей денег нет. Это сейчас, в это время, вот не осталось 10 дней до Нового года, тут должно кишеть народу. Они ходят и не знают, что взять на копейки. Значительная часть исторического центра города действительно выглядит бедно. Знаменитые одесские дворики еще существуют, но держатся из последних сил. Новая застройка, сталь, бетон, стекло наступает тяжелой поступью. На старых домах, конечно, есть таблички, что это памятник архитектуры и охраняется государством, но у жильцов нет денег на ремонты, а у иностранных застройщиков нет никаких сентиментов. Но жизнь идет своим чередом, и Одесса прихорашивается к праздникам. Пробуют сделать ставку и на западного туриста. Появляются островки голливудской версии Рождества с Санта-Клаусом и Джингл-Беллзом. Вдруг пойдет. Андрей Коновалов, Дмитрий Федотов. Специально для Вести недели.